Борис, мы отдыхаем на море, и вечером деткам устроили праздник. Куда ты идешь, Виктория? На батут. Прыгать на батуты. Беги. Старайся, маленькая. Давай, старайся, моя дорогая. И опять Виктория на высокую горочку залазит. Привет! Ой! Помаши ручкой, зайка. Привет! Виктория пытается залезть на этого большого-большого клоуна. Он высокий такой клоун. Давай, Виктория. Борисик, помаши еще ручкой. Вот молодец, Борис у нас на батуте для маленьких развлекается. Беги туда подальше. Зайка, идешь на другой батут прыгать? Вот на этот? Это какой-то космический. Прыгай, давай. Вот молодец. Виктория, лови ручками. Подойди поближе, бросай. Браво, молодец. Молодец. Спасибо. Вот тут какой интересный аттракцион с мячиком. Надо забросить. Кто быстрее забросит? Здесь или там? Ну-ка, машите маме. Смотрите, а здесь есть такая большая гора, на которую все забираются. Но она с 4 лет. А Боречка у нас 2 года. А Виктория, сколько тебе лет? 3. А Боречке 2. И пока нам еще рано. Сюда она высокая для нас. Им понравились вон те горочки. Еще Виктория хочет вот на том, на те горочки. Борис, попробуй кататься на быке. О, папочка нас зажигает, наездник. Держись! Держись! Молодец. Всем пока. Мы рады, что вы с нами веселились и прыгали. До новых встреч. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. О, Боречка ставит лайк. Пока! До новых встреч!